Парни, сегодня вам удалось одержать победу. Поздравляем с началом, с успешным началом турнира. Расскажите немного о своей команде, что за команда, откуда вообще такая идея, откуда был набран состав и кто играет в вашей команде. Ну, вообще изначально была информация про кальянное комьюнити, вот, и как бы турнир от кальян, от табачных брендов. И, в принципе, изначально предполагалось, что пацаны будут все из этого, соответственно, из этого общества. Вот, а потом я так подумал, а почему не позвать своих друзьяшек, с которыми я играю тоже, кстати, в студенческой футбольной лиге, но в зональной лиге, правда, ну, там, долгая история. Ну вот, в принципе, позвал, ребята откликнулись, и всем спасибо, что они приехали вообще, как-то так. Ну, сегодня вы обыграли достаточно хорошую команду, также игравшую раньше в СФЛ. Сейчас уже там все, в принципе, выпускники, на что и было нацелен вообще, в принципе, все турниры. Black Bunch Mafia были, они раньше выступали. Вот. Как вообще оцените уровень соперников, кроме, например, удалось ли посмотреть, кто играет в других командах? У них видно, конечно, высокий уровень подготовки, видно, что они очень сыграны, и в такой вот мини-футбол, конечно, более не менее 5 на 5 у них отлично идет формат, но я думаю, за счет молодости, за счет большего количества составов, мы элементарно их перебегали, и за счет какой-то физической формы и, наверное, хорошей мотивации, потому что нас отлично замотивировали наши спонсоры. Скажите, вообще, как, на что нацелены в данном турнире и что планируете? Какое место по итогу? Ну, вообще, проведя шпионскую аналитику состава, вот, я так посмотрел, в принципе, можем побороться за золотой кубок. Ну, я так думаю, состав, в принципе, плотный, набранный, все пацаны сыграны, заряжены, мотивированы, прям готовы. Ну, по крайней мере, расчет на это. А всякие форс-мажорные обстоятельства никто не отменял. Хорошо, парни, удачи, спасибо вам.